Всем привет, Да, всем привет. Сегодня мы будем снимать, в какие же мы игрушки играли, когда еще не было нерфов. Да, Софийка? Да, в детей. Когда не было таких нерфов, да? Ну что, начинаем? Да. Да, ребята, я думаю, вам всем интересно. Софийка нам будет показывать, какие же игрушки остались после того, как мальчики, конечно, перестали в них играть. Софийка вам показывает уже какую-то красную машинку. Ну, у ребят наших очень много машинок. Покажи, Саш, сколько у вас машинок? Вот это все наши. Вот это все. Но это не все машинки. Мы уже, наверное, большую часть раздали другим деткам, мальчикам, да, которые интересуются. Вот, вот у нас есть Hot Wheels. Саш, показывай, где Hot Wheels. Это которые остались. Теков. Софийка нам показывает мотоцикл. Это с моей игры такие машинки. А это с Арсениной игры машинки. Там пульты есть, да, такие, чтобы управлять. Ну что, давайте будем смотреть по порядку. Саш, это вот такой наши Hot Wheels, да. Это все, что осталось такой от них? Такой большой. И моделек много. Софийка, а что это такое? Большой Теков. А что это за машина такая, а? Ламборджини, что ли? Да, Бандини. Бандини, вы поняли? Это Бандини. Да какая-то девочка. Вот, она вам показывает, как открываются двери. Смотрите, ребята, как они и интересно открываются. Вот, очень интересно. А у Сени у нашего полицейская машина. Которая тоже так же открывается. Точно так же открываются двери. Да. Очень даже интересно. Угу. А у меня есть грузовик. А у Саши грузовик. Ну, давайте мы так быстренько пробежимся по машинкам. Может, у кого-то такие же были. И есть, они их узнают. Вот так, такие машины. Она показывает полицейскую. Какую-то полицейскую. Но это небольшая лишь часть, да? Да. Вот да. Тут расскажи, Арсюша, что у нас стоит? Танки. Что это за танки такие? Вот и пульт вместе с ним. Это танки. А что это за танки? Это БТР. БТР это просто обычный БТР. А вот эти на пультах управления. Да, ребята, у нас есть два набора танков. И подтяжить. И ездят. Да, Зайка, но они не ездят. Они не ездят, они сломаны. В них просто поломались гусеницы. У одного осталось вот это. У вот их смотрите, все поломали. Вот хоть в этом две гусеницы, он просто ездит, как обычная машинка на радиоуправлении. Текаем. А второй, смотрите, видите? И текаем, нет, и текаем. Гусениц. И такой вам показывает София машина, такой же танк. И смотрите, ребята, и здесь выломались. Очень жалко, они нам долго служили, но они все поломались. Вот. И вот такие пультики, да. Мальчишки очень долго играли. Саш, тебе нравилась игра в танке? Там, ребята, ну-ка. Вот, это тоже все машины. Это все наши машинки. Да. Это моя пожарная, которая брызгается водой. Брызгается, да. Но у нее, посмотрите, тоже шин нету. И отвалина вот тут. Здесь, ну, вот здесь, кстати, наверное, работает. Да, закрывается. О, Арсений, работает. И вот тут это работает. И это работает, да. И там все работает. И там все работает. Да, единственное, что шины пропали. И там, да. Вот, что вы думаете, это такое? Это я. Это сейчас Софийка любит иногда одевать набор черепашек-ниндзи. Вот. Ну, у нас большой любитель черепашек был? Арсений. Арсений, показывай, какие у тебя наборы черепашек. Ну-ка, покажи эту руку. Что-то вот, мне вот этот прибор интересует. Она стреляет. Можешь показать, Сашка? Давай, Сашка, нам оденет и продемонстрирует. Рука. Давай. Опа, полетела. 2, 3, 4. Классно. Вот такая у Арсения рука. У меня нет. Софийка говорит, что у меня нет. Нет, это Софийка обычный пистолетик, да? По которым игрался Арсений или Саша, или они вместе. А, вот, смотрите, что у Саши рука. Первоначально был пистолет. Это был самый первый пистолет, который стреляет дротиками, такими как нерф. Мяч! Он даже сейчас еще может стрелять. Мяч. А ну-ка, давай возьмем одну пульку. Арсений, секунду. Мяч. Мячик. А Софийка показывает мяч. Пискушка, да? Отойди, Софонька. Отойди, сейчас будет балахать. Сейчас Сашка нам покажет, как стреляет. Ну-ка. Я. Ух ты! Знаете, не хуже, чем нерф. Я буду. Да, Сашка? Да. Ой, а Софийка показывает робота. А ну-ка включи, работает ли наш робот. А ну, Арсений, давай посмотрим. Ставь его на пол. Да, работает. Так, батарейки еще работают. Ну-ка, давайте, можно вот она наш, чтобы посмотрела. Я включу. Включай. Сейчас София нам включит, подождите. Все, ставь, пускай идет робот. Будем смотреть, как же он идет. Ух ты, идет.
работает. Вот, смотрите. Арсений, даже работает. Сань, вот, представляешь, да. Работает робот. Я ой, думала, робот! Он... Да, я думала, он уже не работает. Софике очень нравится братика игрушки, да? Мой роботик, смотри, он ходит. Да. И он может вот так сделать. Я так. Да, вот такой интересный робот. Да, прям это очень. Реху, так. О, что нам Арсений показывает? Мы раньше ракетки. Играли в пинг-понг. Почему раньше? Ну, сейчас вы немножко играете, да. Когда появляется время и есть у нас стол для пинг-понга, да? Да. Немножко играем. Ну что, идем дальше, Софийка? Да. Давайте посмотрим, что же у нас во второй полочке. Есть ли там вообще что-нибудь? Арсений? Опа! Здесь у нас что лежит? Опа, опа, опа. Сашины любимые... Ага, здесь лежат наши машинки-трансформеры. Софийка, а где наш трансформер-робот, который у Сашки? Сашка, показывай. Ага, вот сейчас. Смотрите, ребята, у нас вот такой трансформер-робот. Вот сюда. Он трансформируется. Ну, превращается тоже в робота. Да. А у Арсения тоже машинка-трансформер. Похоже на бамбу. У меня машинка. Да. И у меня машинка. И у Софийки есть машинка. И какая у меня? У нее тоже вот такая машинка. Это у тебя такая? У меня. Чего, да, малыш? Как едет? Леху! Влево! Так, у нас здесь есть вот такая. Это темнотека. Где она светится, если помню. Да, она светится вот такая у нас. Тарелка летающая. Мама, а это, насколько я помню, ящик солдат. Любимых солнечных солдатиков. Да. Ну-ка, да, давайте да. Открывать. Да, да. Посмотрим, что же за солдатики. Ух ты, лошадка. Ребята, смотрите, какими солдатиками любил играться Сашка. Ну, Саш, показывай. Викингами, а я рыцарями. А Саша, Арсений рыцарями игрался. Да. И я игугу так. А потом... Софийка игугу, а лошадку, смотрите, на лошадку садит нашего солдатика. А потом... Мы купили солдатиков. Маленьких, играли в войнушку. Знаете, они часами, мне кажется, играли в войнушку с солдатиками. Там армию целую свою расставляли и играли. Это наш аэрохоккей, София, да? Еще совсем недавно вы играли в него. Будем играть. А вот это наша коллекция карточек. О, да, вот это, ребята, давай мы покажем так большой сначала. Да. Что же вот это такое? Ребята, смотрите, это наш... Альбом. Альбом. Для коллекции карточек. Для коллекции карточек. Это, ребята, очень интересная штука, которая у нас практически полностью собрана. Ну-ка, листай, посмотрим, сколько листов. Мама! Раз, два. Мама! Три, давай, Сашка, помогай. Мама, четыре. Шестнадцать, 17. Еще много повторок. Повторки у нас лежат в отдельном месте, в отдельном столбочке, да? Все. Ну все, там остальные а тут друзья. А еще другие. Да, но повторочки мы сюда не ложили. Всем. Софийка, ты видела, сколько у братиков карточек? Да. Много? Да. Альбом закончился. Альбом закончился, да. А что София нашла? Мама. Вот. Что это? Ложки так надо делать. Молоточки и все инструменты? Да. Да? Ножики. Да, это такие ножницы, да? Ладки. Ой, нет, вроде точно не надо. Софунька, чини аэрохоккей. Аэрохоккей, так нужно тихонечко, ну, тихонечко постучать, да? Угу. Третья полочка. Давай, Арсен. Я дома. Это София. Это сейчас Софина полочка. Закрывай. Мы здесь не будем ничего смотреть. Да. И переходим на последнюю. Да. Тоже София. И тоже Софина. Ребята, скажите, по честности мы поделили или не совсем? Да, два для нас и два для Софии. Да. А вот Катя, у меня Катя. У тебя краса есть? Да. Вот. Ой, Арсень, ты в кого превращаешься? У меня маленькое вооружение в джедая. Джедая. А кто любил джедая играть? Я. Арсений. Ну теперь любит София играть, да? Я сделал ножичек такой. Да, у нас Арсений, видите, посмотрите, какой меч, весь сломанный, щит переломанный. Есть. И щит есть. Но щит еще работает. Работает, так все работает. С маской. Вы же аккуратно играли? О, а что за очки? Вот расскажи про эти очки. Это мои очки, мне крестный подарил, которые могут видео снимать. Да. Кисёвые. От шпионского набора. Да, это шпионские очки. Вот смотрите, ребята, вот здесь. Такая камера маленькая. Да.
И здесь записывается, вот можно воспроизвести, скинуть на компьютер и все увидеть. А покажи, там еще где-то есть... А вот эта штука, как рука была, только тут это отломалось. Отломалось, тоже как рука черепашки ниндзя стреляла. А вот этот еще набор тоже от шпионов. Тоже от шпионский, это ультра... Да. По-моему, по ночи светит, да? Да, он светит и так убольшает все. Не убольшает, а увеличивает. Да, увеличивает. Увеличит. София, ты джедай. София, нет, джедай. Нет, вот смотрите, надо другой стороной, и будет надо взять пистолет. Смотрите, вот это Звездный воин. Звездный воин? Да. Такой воин. Ну что, ребята, вот еще остались, по-моему, животные, которыми вы любили играться. Да, ковер. Мати. С этими мы купались. Да, купались и игрались, и изучали животных. А вообще игрушек еще много было, Сашка? Да. А куда, мы пораздавали другим деткам? Да. Ну правда, то у нас много, а у некоторых деток мало, мы их пораздавали. Я пукаюсь. Это кто купался? Пукался, ребята, это не купался, это купался. По-софийному. Есть еще такой Бэтмен мелкий. Бэтмен мелкий. Ой, я вам еще покажу в пакете, сколько у нас есть... этих киндеровских. Смотрите, ребята, здесь у нас этих киндеры лежат очень много. Мы их даже не будем так открывать. Это с Макдональдса. Да, и Макдональдс здесь лежит. А здесь, кстати, еще один пакет есть с любимыми игрушками. Мальчишки очень любили играть в Angry Birds. Ворона есть. Ну что? Вот такая штучка. Рассмотрели мы немножко. Да. Софи, будем говорить пока-пока? Пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Софи Наша Логия. Пока! Пока!